Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Белый Ежик, с вами Дмитрий, и приключения Бертрама Фидли продолжаются. Бертрам считает себя великим сыщиком, при этом работает на фабрике по производству мыла. Так вот, хозяин этой фабрики, мистер Далсфорд, таинственным образом куда-то исчезает. Что взволновало его матушку, и она просит во всем разобраться Бертрама. Получится у него или нет, узнаем, если продолжим играть. Нужно найти дом мистера Далсфорда и рассказать все его матушке. Если я верно помню, то поместье Далсфорда находится на замученном холме. Ну что ж, вот после рабочего дня мы на какой-то площади, да, идем к замученному... Замученные идем к замученному холму. Где этот холм? Знать бы. Площадь. Площадь города... Что там, кто-то пытается протиснуть телегу, она у него никак не протискивается. Какая-то дамочка пьет кофе, бабулька с притушенным глазом продает камни, а может быть уголь. И какой-то странный тип с синими волосами обмотал себя цепью, зачем это он все сделал. Прям любопытно. Оскар, что вы делаете? Я протестую, Бертрам. Моего дорогого Уолтера посадили в тюрьму просто за то, что он художник. Пока Уолтера не освободят, я буду прикован здесь. Ну, надеюсь, вы им покажете, Оскар. Тоже надеюсь, Бертрам, тоже. Да. Ну, давай по порядку. Бертрам, сюда. Эвелина, рад вас видеть. Как поживаете? Давно вас не видела. Точно же разъезжаете по фантастическим приключениям? Не совсем, как много работы. Не очень, Бертрам. Нынче так мало новостей, с тех пор, как закончилась череда этих убийств, у меня почти нет работы. Я очень надеялась, что благодаря делу убийцы Джоффа меня узнают как независимого журналиста-расследователя. Но в эти дни ничего не происходит. Даже Шерлок Холмс взял отпуск, представляешь? Надеюсь, скоро произойдет что-нибудь важное, или мне придется самой придумать заголовки. Я уже склоняюсь к мысли самой кого-нибудь убить, просто чтобы... про это написать. Я пока расследую дело очень важное, миссис Далсфорд. Ничего необычного, но все же надеюсь, что из этого выйдет фантастическое приключение. Далсфорд, давно я не слышала это имя. Я знаю парочку вещей о старого мыльном Далсфорде, он которых у вас волосы станут дымом. Серьезно, мадам? Оу, какого сноу, по вашей даме не нужны цветочки? О, нет, она не моя, то есть я... Нет, спасибо, мадам, я не любительница цветов. Куда пошла? Расскажи, что ты хотела сказать, что-то о мистере Далсфорде? Все? Или что-то еще? Меня не будет несколько дней, нужно сделать кое-что важное. Уезжайте в славное место. Больше я не могу вам сказать, все слишком запутано. А вот что-то похожее на карту. Ну да, наш магазин «Мы здесь», фабрика, наша мыльная фабрика, тюрьма вверху. И вот замученный, да, мученный, обмученный холм с левой стороны. Так что я думаю, что там нам налево. А это что? Как-то она недобро смотрит на меня. Как вы встречаете так, мамаш, покупателей? Где здрасте? Я целую вечность буду латать эти мужские побрякушки иголкой с ниткой. Так оно и видно. Так, постой, мы можем здесь с тобой посмотреть кое-что, может быть, что-нибудь прикупить. Это славная тяжелая трость, но мне такой аксессуар не нужен. Какой славный выбор, бород и усов, ну да. Правильная борода прекрасно повышает самооценку. Хотите улучшить растительность? У меня и так все очень хорошо в усином отделе. Большое спасибо. Вы что, не заметили, бабулька? Мои шикарные усы. О, джентльмене можно много сказать по размеру его шляпы. Ну да, размер шляпы имеет огромное значение.
Похоже, здесь все. Угу. Пекарем быть дело висеть. Я очень занята замешиванием, так мое тесто останется мягким и кремовым. Она вошла в раж мастерского выпекания. О, шутливые блинцы, мое любимое. Сладные булочки. Не трогайте, вы меня весь процесс запекания испортите. Не вынуждайте меня подходить. Данил, нет, даже не думал трогать. О, можно пройти сюда. Очень мягкие. Это что за дамочка с собачкой? Уорта? Фуфи? Бертрам, что ты делаешь? Я работал допоздна, и миссис Даусворт попросила меня об одолжении. Это не приключение, так ведь? Ты же знаешь, я запрещаю тебе ввязываться в приключения. На них уходит уйма денег. Конечно, дорогая, я бы даже и не мечтал о таком. К тому же, с тех пор, как я начал работать на мыльной фабрике, дела пошли получше. Это что, его супруга, что ли? Пойдем-ка отсюда. Это похоже просто на знакомство со всеми теми персонажами, которые будут попадаться к нам в игре. Бабулька, а ты ничего, да? А ты ничего не можешь сказать? Может быть, как-то помочь? Я вас помню. Могу я вам помочь? Только я могу трогать лепесиную тележку. Ну и ради бога, трогай эту свою тележку сколько угодно. А что? Нам, похоже, нужно идти в дом Далсвортов. Довольно унылая и мрачная аллея. Смотри, как камеры. 1800 какой-то там год, 70, да? А камеры? Видеонаблюдение. Что за окошко? Добрый вечер. Добрый ли? Уходите, нечего тут праздно шататься. Такая она грубая, лицо у нее как раздавленная клубника. Я все слышала. Ну, ради бога. А вот, похоже, и дом Далсвортов, да? Богатенькие тоже камеры. Камеры миссис Далсворт осматривает всю улицу. Не думаю, что что-то способно укрыться от ее взора. Ну? Заперто. Ну вот, вот похоже и наша очередная загадка. Нужно додуматься, как починить вот этот вот узел связи. Какой-то проводок найти. Но карманы мои пусты, да? Карманы пусты. Что это? Ящик. Какие-то... Постой. Какие-то... рекламные объявления. Но это не просто рекламные объявления. Как-то... Да, получается, что-то надо сложить, а зачем это нужно? Где еще? С каждого объявления по кусочку. И что? А, смотрите. Фига. Давай. Хэм. Травай. Глаз. Вы зря тратите свое время. Ну, это, конечно, тонкости перевода.
я не знаю, в каком порядке. Но вот почему-то вот Бертрам, это, наверное, все-таки имя, да? Вот Бертрам. Наша. Бертрам Фидли. Может быть, просто... Полная чепуха. Да, полная чепуха, это понятно. Может, просто по масштабу этих букв выложить эти слова. И вот так. Ну, прочитай. Dull. Fig. Давай. Bird. Tram. Ham. I. You are wasting my time. Может, давай... Да нет, вот так неправильно будет. Так неправильно. Наверное, вот это или вверх. А ну-ка. Ham, dull, bird, tram, I, fig. Вы зря тратите мое время. Ну вот это слово, мне кажется, или вверху, или здесь будет. Может, как-то так? А ну-ка. Ты думаешь читать? Глаз, хэм. Вы зря тратите мое время. Вот противная старушенция. А так. Хэм, Бёрд, трамвай, фига, давай. А, так это вы, Бертрам, Фил. Что ж вы сразу не сказали? Вы опаздываете. Что ж вы сразу не сказали? Почините, у вас такой дорогой, богатый дом, почините домофон. Я уже здесь полчаса околачиваюсь. Слаживаю какие-то слова, не знаю, зачем это мне нужно. Поместье Далсвортов, похоже, с мыльным бизнесом можно жить припеваючи. Должно быть, они... Что? Белочки? Что это за подозрительный тип? Он что, копает? Хочет посадить ель какую-то? Добрый день, сэр. Вы же выкопаете нормальную такую яму. Да, сэр. Мэм только что приказала выкопать ее, не знаю для чего. Слушай, какие-то тут вообще... Что сынок, что мать? Зачем она копает? Какая-то у них тайна определенно есть. Определенно есть какая-то тайна. Что за силуэт? Похоже, миссис Далсворт ожидает меня. И белка тебя ждет. Фаун, страж леса. Как хорошо цветут в это время года. Это то, что не знаю, чем мэм их поливает, но они всегда в отличном состоянии, сэр. Ты там давай не отвлекайся. Я просто так, мысли вслух. Я ни с кем не разговариваю. Как поживаете? Вы опоздали, мистер Фидл. Я следил за вашими шатаниями, они признаки глупца. Я не шатался, это крайне профессионально следил за вашим свидетелем. Ох, и картины тут. Он не шибко умен, мистер Фидл, и его легко сбить с толку. В последнее время у него этот странный взгляд. Я видела его раньше и знаю, что он что-то замышляет. Его благополучие – моя главная забота. Мне нужно знать, чем он занимается. Вы не заметили ничего подозрительного? Нет, абсолютно ничего. Уверен, вашему сыну нечего скрывать. Вы либо что-то скрываете, либо дурак, мистер Фидл. Я не нашел ничего особо важного в его офисе, но я продолжу свои поиски. Все? Дело закрыто? Ну, письмо там лежало, мы же его не взяли. Я все вижу, мистер Фидл. Все.
какие милые товарищи. Чучело — одно из хобби Элджернона, так он отвлекается. Он почти не сидит со мной. Чайку? Полагаю, вы хотите чаю? Холодный и очень горький. Как я люблю. Прекрасный вид на мыльную фабрику. Люблю присматривать за сыном. Давеча он стал беспомощнее обычного. А сынок-то хитрец. Поставил эту штуку в силуэте. Силуэт сделал свой и как будто на работе. Все. И... Неловкое молчание. Что будем делать, Фиддл? Ну, пора нам уходить, да? Мне пора. Если я найду что-нибудь еще, то непременно дам вам знать. Я и камня на месте не оставлю. Уж постарайтесь. Я всего лишь хочу защитить его, мистер Фиддл. Мать лучший друг мальчика, мистер Фиддл. Пойдем, хватит там чесаться. Ну, то есть все, да? Мы можем отсюда уходить. И куда нам нужно идти? Может быть, просто домой? О, боже мой, это цветочница. Вот и я. Кто это такой? Что за злодей? Чего себе, какой прыгучий. Мадам, с вами все нормально? Похоже, это какой-то маньяк. Боже мой, Эм, не двигайтесь, я приведу помощь. Я даже не могу точно определить расстояние. А, убийство. Произошло убийство. Ну да, еще нас обвините, что мы убили. О, Шерлок Холмс! Так, Фиддл, должен признаться, вы меня облапошили. Никогда в жизни бы не подумал, что вы есть убийца Джо. Шерлок, это вы тут делаете? Я думал, вы в отпуске. Только вернулся и как к месту пришелся. Вы презренный изувер. Ну, Шерлок, я не убивал. Как вы могли такое подумать? Так, посмотрим, каковы наши доказательства. Вот тело, а вот вы. Арестуйте этого человека, офицер. Вы сильно ошибаетесь. Я видел, как Джефф убежал в том направлении. Как жаль, что ни один свидетель не в силах подтвердить вашу смехотворную историю. Вы, мадам, вы видели, что произошло? Конечно, мистер Холмс, я услышала крик, выглянула в окно, а этот уже над телом бедняжки стоит. Молодцы. Спасибо, носатая карга, это доказательство нам и не хватало. Шерлок, вы же правы, вы не можете думать, что это был Бертрам. Смотрите, таинственные следы ведут прямо к этой стене. Вы сильно ошибаетесь, я видел, как Джофф убежал в том направлении. Как жаль, что ни один свидетель не в силах подтвердить вашу смехотворную историю. Вы, мадам, вы видели, что произошло? Конечно, конечно, мистер Холмс, я услышала крик, выглянула в окно, а этот уже над телом. Да ну хватит тараторить, ты старуха противная. Ничего я не делал. Спасибо, носатая карга. А это, похоже, доктор Ватсон. Вот, мудрый человек. Шерлок, сдаешь? Пройдемте, сэр. Но это был не... А я не виновен. Если бы мне давали пенни каждый раз, отведите его в тюрьму. Бедняга Фиддл, Шерлок Холмс снова в ударе. Похоже, вы больше не будете со мной спорить, Фиддл. Что-то тут явно не так, Шерлок. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Ватсон, хоть вы мне поверьте, я не Джоэл. Я знаю. Отправьте за Гавином. Конечно. Держитесь, Берти.
Тише, Ватсон. Кто тут главный? Глава 2. Ошибочно заключенный. Добро пожаловать в наш новый дом, ужасный. Хватит притворяться, разве вы не знаете, кто я? По всему убийца Джо. Чепуха. Меня подставили, я не виновен. Ох, каждый, кто попадает сюда, не виновен. Мне все равно. О боже, что же мне делать? Нужно отсюда выбираться. Меня дома ждет жена. Может быть, даже дети. Работа моя любимая. Сэр, are you in there? Сэр. О, Гавин, ты пришел меня спасти. Не беспокойтесь, сэр, я вызвал вас отсюда как можно быстрее. Если у вас есть что-нибудь важное, киньте их через окно. Что вы там задеяли? Пока я тут, вы ничего не сможете сделать. Цемент тут так себе. Я могу сделать дыру, будь у меня нужный инструмент. Лучше бы вам не думать об организации побега, а не то я вас арестую. Как говорят у вас в Перу, крот копает, когда его никто не видит. Так, а что же нам делать? Мы можем перейти в камеру, да? А что это за штука такая? Не знаю, а это... Тоже нет. Можно посмотреть в зеркало. Воды нет. Одна зубная щетка на троих не очень-то гигиенично. Мы тут уже очень долго сидим. Опачки. Кусочек зеркальца. Мы можем защищаться, если что. Что за жук? Какой-то важный жук. Куда он делся? Что это там таится в дыре? Кровососущий багровый таракан? Я с тобой разговариваю. Зеленоносый. Приветик, сокапель. За что вы сидите? Меня зовут Уолтер, я и тут просто потому, что я художник. Ох, какой облом. Чего-то, пока я сижу тут, я не могу писать. Это место крадет мое желание жить. Без красок я ничтожество. Не сдавайтесь, мой одноглазый слуга Гавин нам поможет. Ваш позитивный настрой расстраивает меня. Оставьте меня в покое. Мистер Фидел. Я чувствую, как легкий сквозняк идет через щели. Эта стена такая уж и неприступная. Вы прорытанель? И как вы отвечаете охране? Нет, ничего невозможного, если думать головой. Уверен, Гавин нас в секунду отсюда вытащит. А этот громила? Кто это такой? Не будите, Ширли. Так. Я слежу за тобой, сынок. Пока я на посту, ничего мимо моего носа не прошмыгнет. Я пристально за вами слежу и не покину свой пост. Не пытайтесь сделать ничего такого. Я не в настроении. Сегодня днем я не пятну. Теперь меня урчит в животе. А, смотри, можно пройти еще куда-то дальше. Хрюк. Да? В общем, надо будет придумать, как освободить Бертрама. И что? И зачем? Это мне так далеко не унести. А как поставить? Да нет, получается, я могу ставить только здесь. Что такое? Это быстро затвердительный цемент, просто подарок, сохнет за секунду. Не думаю, я достаточно дыр залил, а теперь я просто буду сидеть и ждать удара колокола. Я уйду, как только позвонит колокол. Если я позвоню в колокол, он уйдет домой. Угу.
А мне нужен цемент зачем-то будет. Сенсация, сенсация, убийца Ваджоев, один из самых неуловимых злодеев пойман. Шерлок Холмс снова в ударе, почти неизвестный приключенец виновен. Известный как презренный мистер Фидл, власть его ужаса пала. Верь всему, что читаешь в газетах, дружок. Так. Ну, побежали, коротышка, куда-то дальше. Сколько всего. Слушай, может быть, вернемся? А надо придумать, как убрать полицейского. И... Смотри-ка, что с трубой? This pipe is loose. Эта труба качается. Опачки, и у нас уже есть труба. Смотри-ка, сколько. Зубная щетка. Ой, какая-то жижа. Ну, тоже в карман. Какие яркие цвета. Тоже в карман. Так, и зачем? Я могу все это заново восстановить? Нет. Может быть... Зеленый, что зеленый? Моя дедукция тут не к месту. Опачки. Это одеяло грубое, как холст. Короче, обнес всю камеру. Мне этот жук нужен вообще или нет? Мне что, его нужно поймать как-то или что? Почти уверен, что это не сработает. I'm confusing myself. I shan't be able to brush my way through this. Щеткой, конечно, ты не расковыряешь. Что с этим жуком делать, а? Что делать с этим жуком? Я не виновен, я требую освобождения. Никуда мы вас не отпустим, злодей. Вот ваш ужин. Ешьте и молчите. Оу. Карман. Ой, этой подливы странный цвет, она мне точно не по вкусу. I'm losing my appetite for adventure. Так. И что же со всем этим барахлом мне делать? А как-то... Да, смотри, их можно комбинировать. No. Нет, не смешать. No. Постой. No. Ну, хорошо. Допустим. Что, нужно как-то, наверное, починить? Нет. Наверное, как-то... On reflection, I'd rather not. Как-то придумать... I don't think that needs... Как-то придумать, починить I'm этот кран. Да? И тогда здесь зальет все. I'm losing my appetite for adventure. I'm watching you, Я наблюдаю за моей Фидл.
Может дать ему поесть? Я теряю аппетит к приключениям. Не будите, Ширли. Этот обед на тарелке, да, никто не хочет есть. Даже паучок не хочет его есть. Ну что ж, я, наверное, думаю, на этом остановлюсь. Посижу немного в камере, подумаю, что да как. Вам скажу спасибо, что смотрели меня. Пока-пока и до новых встреч.